В Брюсселе ограбили главу представительства Азербайджанской республики при НАТО Джафара Гусейнзаде и его жену. Как сообщает бельгийское издание судинфо.бе, на авеню Луиза в Брюсселе к азербайджанскому дипломату и его супруге на арендованном скутере приблизились два человека. Злоумышленники ударили их прикладом пистолета по головам и отобрали часы Rolex. Отметим, что Джафар Гусейнзаде был назначен главой представительства Азербайджанской республики при НАТО в октябре 2022 года.